музыкальном настроении. Да, мы клеим первый слой на пол, мы клеим виброизоляцию, шумоизоляцию. Будем сюда ставить аудиосистему. Ну, что скажете? Ну, тут, конечно, все не заведено, все как бы так все это. Ну, заряжаем периодически, просто накидываем зарядку и все. Полный слейв? Да? Не надо было ничего вакуума активировать. Ребят, ну а у нас 5 вечера. У нас Kia Ceed SV. Акустика. Должна здесь стоять, но здесь пока стоят только кольца. Они выкрашены, они прикручены, и они будут установлены в виброшумоизолированной двери. Багажник тоже собирается. Багажник также проклеен. Дима сейчас у нас выводит все провода, да? Вход высокого уровня, акустические кабели. Через усилитель у нас будут играть и фронт, и тыл. И здесь мы видим, да? Здесь также. Вот смотрите, маленький лайфхак. Видите два провода, знаете для чего? Вот на штатный динамик идет провод. Вот здесь мы цепляем вход высокого уровня. Спасибо, не говорите, но я думаю, вам сэкономил часа 3 с каждой двери. Да, мы тоже долго думали, как что. И вот провода аккуратненько идут. Магнитолу мы вообще не снимаем, ребят. Вот многие из вас там спрашивают, как что. Ну не надо там хуевертить, не надо. Все уже давно-давно придумано. Да, вот так вот проводок заходит. Вот Антон сейчас дорабатывает штатный твиттер, вернее, местечко под штатный твиттер. Оно будет установлено прямо вот здесь, там. А потом что у нас? Что у нас? Юрий Юрьевич уже изготавливает фальшуху. Фальшпанель для двух усилителей 100.2 Kings Audio и 700.1. Это будет установлено вот здесь. Ну, на этом пока все. Двигаемся с музыкой. Ребята, всем привет! С вами установочная студия «Автостиль». Сегодня у нас 1 мая. Хочу поздравить вас с майскими праздниками. Хороших вам выходных, чтобы поели шашлычки и так далее. Сегодня у нас на обзоре желтенькая Kia Ceed. Сейчас я вам про нее все расскажу и покажу. Клиент приехал у нас с Москвы. Такая вот она обклеенная, желтая. В нее мы сделали полную шумовиброизоляцию, также установили музыку. Так. Шумоизоляция данного автомобиля у нас по акции вышла 35 тысяч рублей, а все вместе у нас вышло 98 с копейками. В этот автомобиль мы поставили в передние и задние двери динамики Апокалипсис SQL, питает их Kings Audio. Так, не тот. Kings Audio 100 на 2, моноблок у нас 700.1, качает Oris 10. Сейчас я вам подробнее покажу в машине. Так вот расположились динамики в дверях через проставочные колечки, они у нас идут типа по штату. Пищалочки расположились в панели в штатных местах. В задних дверях у нас те же самые динамики. Так вот все красиво, четко выглядит. С шумовиброй изоляцией. Инсталл у нас расположился в багажнике. Сейчас его... Так вот расположились два усилителя, двухканальник и моноблок. Все через медную проводочку, все четко, через преобразователь сигнала, чтобы у нас был сигнал от штатного устройства. Короб у нас закрытый, в нем расположена десятка Oris. Под капотом у нас выходит провод 4 гейдж, все как всегда у нас в гофре, через предохранитель. Штатное место закреплен. Что вам еще хочется сказать? Также у нас сегодня в обзоре беленькая Mazda. В ней мы делаем полную шумовиброизоляцию. Багажник у нас и салон сделаны. Про Mazda у нас будет отдельный обзор. Там будет стоять
SQ система качественная. Ну а сейчас я вам включу прослушку. Беленькая, все хочется сказать. Желтого седа. Послушаем, как играет. Трек у нас вот такой. Ремикс. Как всегда, молодцы. Вот. Сегодня у нас солнечная погода, 1 мая. Еще раз хочу поздравить всех с праздником. Двигайтесь с музыкой. С вами была установочная студия Автостиль. Всем пока. Let me take you to a land where we call it the Flash. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck